Ариару, народ, микрофон в руке. Мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Римбо. Можно просто вот эту область выделить. Вот эту вот. Все, спасибо. Также нужно будет расширить ее, пожалуй, вот до таких размеров. И вот здесь вот тоже ее нужно будет сделать в обязательном порядке. Потому что чем будет сейчас будет полить, тем будет лучше. Где поищит? Да. И Спиди, возьми, пожалуйста, поищит. Поищит, он способен защищать от пуль и очень продуктивно способен воздействовать на все. Мало пищи. Я в курсе, что мало пищи. Я ничего с этим поделать не могу. Типа у нас 30% всего выросло. Так, давайте мы компашкой соберемся. Посей. Все, атакуем носорогов. Носорог псит. Пусть псит. Еще один остался. Догоняем. Давай Джесс мы будем лечить сейчас не шикарными, а обычными травяными медикаментами, потому что у нее переводить это будет проблематично довольно-таки. Так, вот эти вот кондиционер мы пока не будем разрушать, мы просто построим здесь копию, две штучки. Раз и два. А также нужно будет выровнять вот эту всю поверхность. Построить здесь копию стен из гранита. Тут надо будет разобрать. И построить здесь автодверь. Ну, думаю, да, сбоку нормально будет. Блин, у тебя есть чем заниматься, ты, пожалуйста, можешь заняться этим в приоритете. И также думаю здесь вот построить дверь обычную между двумя кондиционерами. Так, замечательно, у нас теперь все готово. И можно делать сейчас небольшие махинации, связанные с тем, чтобы переносить у нас все вещи ближе сюда. Пожалуй, знаете, что я сделаю? Я небольшой кондиционер здесь оставлю один, чтобы охлаждал небольшую комнатушку, где будут храниться у нас, а именно, пища. Так, теперь, когда это все построено, предлагаю также выкопать вот это вот пространство, все. Да, думаю, вдоль будет неплохо. Ветки Трумпа. Как будто он знает, что нам нужно. Так, все сюда бегите. Сначала убьем ленивцев, которые здесь обитают. Так, ленивцев. Убиваем ленивцев. Он не успеет там отомстить нам. Ага, бежим сюда. Я атакую сейчас Трумба. Убегаем все срочно сюда. Видимо, мы не сможем его... Ага. Здоровье. Движение плохо. Еще выстрел успеем сделать? Убегаем, текаем, 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 текаем. Все текаем, срочно текаем. Так, стоим здесь, атакуем. Убегаем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Собачку-то зачем? Трумба очень сейчас медленно передвигается, это замечательно. Еще дальше. Можете атаковать. Вот и все. Это было не проблема. Еще бы одно ленивца завалил, но думаю, сейчас это будет не нужно. Лично. Давайте еще прикажем сейчас собрать. Лучше срубить все деревья, которые есть в округе. Да, у нас сейчас мяса будет зашибись много. Так, тут минусовая температура. Минус 9. Тут минусовая температура, минус 10. Склад. Так, мы копируем здесь настройки. Устанавливаем здесь настройки. Копируем здесь настройки. Устанавливаем здесь настройки и здесь настройки. Если я все правильно сделал, тут разрешено мясо, а тут разрешено растительное происхождение. Так, почему-то тут копировать. Установить. Все. Только тут приоритет максимальный. И тут приоритет максимальный. Тут все нормально, да, тут то же самое, продовольствие. Тут продовольствие, замечательно. Так, теперь мы расширяем область. Высокий-высокий приоритет, ага. И вот эти области удаляем. Закрыть. И тут мы делаем детали, положить на пол. Закрыть. Это позволит нам быстрее оптимизировать весь процесс всего. Думаю, когда у нас начнут наши уборщики или кто там, переносчики, переносить все вещи, это будет продуктивнее, намного продуктивнее. Пельмень, будь добр, пожалуйста, добывай мрамор. Так понимаю, ему просто некуда девать тепло, потому что тут 60 градусов и так. И по идее, это, если я понимаю все правильно, да, снаружи это считается область, и тут сразу тепло ушло. И тут должно охлаждаться, да, минус 4, все замечательно.
Мне не нравится то, что хаски едят нашу еду, но выхода особо нет из этой ситуации. Торговцы оружием. Вот когда не надо, их до хрена, а когда надо, их мало. Вопрос, а почему у нас двери нету? Почему? Вопрос. Пельмень. Блять, что я сделал? Пельмень, почему тут нету автодвери? Фу, да. Теперь, когда мы перенесли все, мы можем построить такое небольшое награждение, и будет все замечательно, потому что у нас здесь хранятся все материалы, то есть все наши блюда, которые у нас переносят сами эти туда. Тут даже можно будет разобрать автодверь, потому что зафиг она тут нужна. И тут, пожалуй, тоже можно будет разобрать. Так, и построим тут обычные просто двери, и то, что нафиг тут мрам всякие заморочки. Скорее бы у нас кончилась все эти проблемы с питанием. Так, у нас изучились теперь рабочие дроны. Мы можем строить дрон, фабрики дронов. Так, серебра, пластали из урана. Ну, думаю, из стали будет наименьшее количество ресурсов на это затрачено. Так, ага. И ставим, ну, у нас больше выбора нет особого. Построить и сюда такую же нужно будет впихнуть. Вот эту вот область, пожалуйста, Спиди, ты можешь собрать, а? Срубить, пожалуйста, потому что, блин... Я не могу эту область засадить, потому что тут всякие эти болезни, и они сейчас будут распространяться. И нужно, чтобы срубили все это. А они упорно не хотят просто это брать и срубать, они идиоты. Все, и тут можно будет засеивать скоро. Так, Спиди, ты не друбил. Теперь эту область можно засеивать, и тут будет скоро расти все. Так, теперь есть у нас эта штука. Ага, я могу крафтить рабочего дроида. Можно сделать одного рабочего дроида, почему бы и нет? Почему бы не сделать его, в принципе, собственно? Пиол, ты можешь этим заняться? Пожалуйста. Так, для него сталь, я так понимаю, нужна. Что еще для него надо? 190 сталь и 8 компонентов. В принципе, это вообще и на ней сделается. А, то есть она сама делает? Охренеть. Вот эти технологии здесь. Ладно, пускай так и будет. Женится, злоупотребление алкоголем Джесс. Джесс решила побухать, а босс и Джордан женится. Ладно. Джесс, конечно, молодец. Ну, ничего с ней не попишешь. Все, у нас теперь босс и Джордан поженились. Дроид 0 считается охотником. Так, возьми, пожалуйста, оружие. Тогда, если ты охотник. Лучше любой автомат бери. Замечательно. По сути, ты вообще ни в чем не нуждаешься, да? Пожар. Ух ты, какой ты носильщик и уборщик ты будешь, да? Итак, давайте еще на работу тебя поставим. Когда все закончится, ты будешь просто андроидом. А дроид, знаешь, я тебе еще поставлю, пожалуй, ты можешь заниматься шахтерством, если тебе совсем делать нечего. Так, пока занимаешься шахтерством, я также прикажу вот это вот все выкопать. Да, у тебя на самом деле дроид, не переживайте, работы много еще. Так, также нужно будет расширить вот эту область. Дроид, у тебя энергия кончается, и я не знаю, как тебя подзаряжать. Типа, возможно, ты будешь химтопливо? Нет, ты химтопливо есть не будешь. Окей, а как тебя тогда подзаряжать? Может, что-нибудь в производстве, типа, изученное. Тогда по технологиям, так понимаю, батареи для дроидов надо изучить за 500. То, что, типа, понимаю, они ими питаются, наверное. Дроид, а ты, получается, без отдыха работаешь, да? Ну ладно, пускай. Еды у нас осталось не так много. Ну, думаю, их пока хватит. Нам пока хватает еды, да, ее замечательно. Почему я это запретил? Почему это запретилось? Не знаю, странно, на самом деле. Так, ага. Про пленницу мы забыли, мы должны ее вербовать. Потому что она у нас очень хороший и ученый. Все, новый рекрут, замечательно. Так, кто у нас ты? Перепел, да? Да, ты пошла переодеваться, замечательно, умница наша. Так, а ты по персоне, ты ближник. Замечательно, я люблю милишников. Так, а у нас, по-моему, меч из пластали где-то был. Но его, походу, и уже нет. Все, ты не будешь ничего делать. Ты настолько будешь ученым. Крыса сходит с ума, у нас кто-нибудь здесь есть, да, Спиди у нас тут есть. Спиди, убегай. Дроид 0. А, ладно. Спиди, иди сюда. С дроидом прикройте. Прикрой дроида. Все! Это делается изи. Так, замечательно. Теперь нужно будет на верстаке, наверное. А нет, это делается в кузне. Сделать длинный меч. Пила, я думаю, ты этим займешься или чем-то еще займешься. Приплывает металлом. Кую длинный меч, да, кую длинный меч, а я не назначил, из чего я тебе делать его. Давайте сделаем из стали, хотя... Давайте сделаем, пожалуй, из пластали. Что мы теряем, собственно? Кстати, по... Да, у тебя пропал уже дебаф за то, что у тебя умер муж. Это было давно очень, и неправда. Это замечательно.
176%. О, как много я вижу, тут можно выкопать. Вот это все выкопай. Вот это все выкопать. Вот это все выкопать.